Йоги, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру по названию Forenja. Короче, я немного расширился, да, немного врубился в какой-то степени, что делать мне дальше. Поэтому поехали. Я могу создать костяной уже меч и фишерол. Давайте, короче, меч сначала создадим. Короче, go fish. Хотя... Ладно, костяной создать. Так, пока он у нас делается, здесь создаем это. Мешочек, чтобы было больше денег. Так, что у нас еще есть? Банка, 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 банка. Мне нужно половить светлячков. Раз, есть. Так, хорошо. Еще одну банку я... Так, поехали, поехали, поехали. Все быстренько делаем. О, как раз, да, у меня начали падать камни. Я их начинаю продавать. Получаю за это денежку. Как вы видите, у меня уже денежка есть. Так, я с тобой драться не хочу. Так, меч есть. Хорошо, отлично. Так, костяной меч. Увеличится немного атака. Делос атака via cards. Хорошо, давайте еще банку создаем одну. Так, у меня... Ага, мешок с деньгами создался. Маленький кошелек. Так, дальше. Золотой меч. Крепкая кирка. Так, поехали. Банки... А, у меня есть... Блин, тогда я лишнюю, да, банку взял. Ладно. Сойдет. Сойдет, сойдет, сойдет. Так, еды у нас уже много. Угля у нас много. Всего много, блин, мне бы сейчас только этого найти, еще одного. Светляка одного. Мне бы еще одного светляка найти. Светляка, светляка, светляка. О, еще камень выпал. Так, регистрируем. Что я еще хотел сделать? Подождите. Так, так, так. А, меч. Ну, слушайте, в принципе, нормально. Троечка, меч. Так, кирка улучшенная. Липкая кирка. Сейчас увидим, ваншотную я или две тычки нужны. Так, мне бы врага, ага. Блин, тогда я зря меч создал, слушайте. Ладно. Больше... Наносит на 50% больше врагам. А, дает больше слизи. Ну, в принципе, блядь, слушайте, одинаково. Так, что у нас? Средний рюкзак. Кожа нужна, я не знаю, как кожу сделать. Топос и стекло. Хотя, не-не-не, тихо-тихо, обратно. Ага, фиш. Поехали. Так, что мне еще тут нужно? Светляков, да, мне еще один светляк нужен. Еще один светлячок. Ой-ой-ой. Я все равно вас люблю. Не, убивать их не буду. Скорее всего, больше за них очень много редиса дадут, но... Слизень дают, нихера себе. За дропа. Так, можно где-то найти одного? Да, слизь за все дают, нифига себе. Так, ладно, погнали землю покупать. Так, 330, 350. Поехали. Так, поехали вниз сразу.
так, удочка. Он просто ловит? Что я не врубаюсь? Она ловит рыбу или нет? Что-то рыба не клюется. А, я что-то поймал, но я не успел ее вытащить. Ладно, место у меня есть. Давайте попытаемся успеть. Ждем. Ладно, я понял вас. О, торговец. Здорово. Что я могу тебе продать? У меня много угля есть. В принципе, у меня ничего ценного нету. Это тоже задание, но я его уже выполнял. А, стоять, мне тогда еще ключ нужно создать. Ключ пускай создается. Нам нужно радугу начинать снизу, если не ошибаюсь. А, не, наоборот. Так, рубинчик. Рубинчик. Так, красный, подожди. Красный, оранжевый, желтый. Зеленый, синий, фиолетовый. Сейчас сходим за ключиком и откроем сундучок. Крылья вампира. 30% от хила при убийстве врага. Это новенькое. Новенькая. Так, ладно. О, светляк, тихо. Так, у меня место есть? Одно есть. Так, фея. Это я сейчас покажу, для чего это сюда. Я сначала думал, это шкот для прокачки кирки. Оказывается, это, короче, место для... Ну, в принципе, сейчас увидите. В принципе, сейчас сами увидите. Так, хорошо. Заходим. Добро пожаловать в музей. Сейчас наши коллекции недостаточно полные. Я с радостью приму вашу помощь в пополнении наборов. Вы получите награду за каждый собранный набор. И сверхспособную награду, если соберете все. Так, сбор пищи. 50 ягод, апельсинок. Можно сразу кидать просто постепенно сюда.
расследуем. Давайте, наверное, сейчас хлопок пойду пособираю еще, да? Так, выполнено. Когда выполняется, оно сюда добавляется. Так, ферманство. Хлопок. Подожди, тут тоже хлопок? Странно. Ладно, слишком много хлопка надо. Ну, давайте я сюда вкину немного. Сюда кину немного. Так, горное дело. Ну, здесь проблем немного мне не будет. Сейчас каменяк закинем. А, железа и золота мне мало. Ладно, не проблема, сейчас уголь закинем. Так, хорошо. Строительство. Ой, тут стекло еще нужно будет приносить. Ладно. Идет археология. Вот здесь, блин, я выбил вот этот, но я не заснял, и нужно его будет продать, ну, сюда закинуть. Алхимия, ну, это вот зелье, кулинария, это херачка, охота, это вот как раз вот это то, что я ловил. Но одну фигу я могу отдать, а это я сейчас схожу, нужно отнести этому, как его зовут, мужику на... Так, как раз это взять. Обелиск. Нужно больше золота. Смотрите, три удара, да, у вас вышло по скелету? О, камушек. Камушек. Вот теперь падают, видите? У меня рыбы до хера. Ну, не страшно. Спасибо за жучков. Можешь взять награду эти магические свитки. О. Магические свитки. Боюсь, беспутная эксплуатация природных ресурсов продолжается. Вы не могли бы принести мне побеги дерева, чтобы я мог обезопасить лес? Побеги дерева, я не помню, где они там ищутся. Но что я знаю наверняка... Это. Так, камушки. Я еще больше получаю даже. Я этого даже еще больше получаю. Так, ладно, давайте я как раз свиток один отнесу. А сколько свиток стоит? Сотку. Спал натурал. Ой, я один создам. Посмотрю. Хотя нет, стоять. Мне нужно сюда. Сюда можно закинуть один. Свиток, если не ошибаюсь, это сбор пищи, да? Да. Я не знаю, что он дает, поэтому давайте я использую его. Теперь понятно, что он делает. Блин, знаете, на самом деле я уже мог заюзать вот эту фичу с создаванием и ломанием.
И не мучиться. Блин, еле я уже не вижу, что нужен, не нужен. Скорее всего, уже не нужен. Так, ягоды еще нужно будет попродавать. Да, заленил я тут все. Так. Значит, мне стекло нужно посоздавать будет. И этих создать много. Как они называются? Ой, боже, как они называются? Банки. Баночки. Давайте я буду камни относить тоже туда сразу, чтобы потом не бегать, вот это не приносить. Так, сразу переносим сюда все. Жрачку сюда. Так, угля у меня много тоже. Камни нужно ломать, мне теперь эти падают. Нужны минералы мне. Ой, сразу пойду создам эти. Стекла. Стекло. Стекло максимум. Сейчас мы еще эти сделаем. Так, уголь по шару. Приманки. Нужно ягоды будет сейчас пособирать. Ягоды. Камни. О! Еще гель. Изумруд. Нужно посмотреть, делается что-то еще из геля. Стали. Кажется, ничего не делается. Вот, блин, а как кожа делается? Тоже вопрос. Как делается кожа? Так, сколько тут? За 560 я, в принципе, могу купить. Юс. 560, ну, я не знаю, что мне тогда продать. Давайте гелий. Ой, еще плюс левел ап. Я хотел бой, да, продать? Ну, прокачать. Или банки. Банки приносят больше. Давай. Тебя. Так, колдовство усиливает действие на 50 больше атаку. Опыта за использование зелья. Дает опыт за использование свитков. Реагенты. Табличка магии работает на быстрее, тактика работает на быстрее. Короче, эта фигня большая, дальше не буду прокачивать. Дальше прокачу открытие банков.
Нужно посмотреть, что у меня нового в постройках. Только рынок добавился. Каменоломня. Автоматическая. Кожа. Где мне кожу брать? Вот вопрос. Мне нужна вот кожа. Где брать кожу? Фиг его знает. Фабрика. Швейная. Сталь. Приготовление мяса. Стик-трэп. Это шипы. Создание ловушек. Золото жук в бутылке. Красные какие-то. Кожа. Я не знаю, где кожу мне брать. Теперь ко мне падают хотя бы. Сейчас хотя бы камни падают. Да, в принципе, селись тоже неплохо, то, что падает. Изумруд. А, давайте я пособираю что-то, потом дальше продолжим. Опа, собрать именно оружие по одному, та-та-та-та. Каждому самоцвету, и мне плюс этот получен. Во, как раз тоже снова выпал якорь. Давайте я... Так, используем, забираем. И полетели. Сейчас еще эти камни добуду. У меня уже руды много. Ё-моё. Сколько тут всего? Сколько тут всего? Сколько руды? Сзади, сверху там, короче, ледяной биом. Снизу не ледяной. Так, ладно, поехали. Если что, якорь стоит косарь. Чтобы вы понимали. Ой, поесть надо. Да, рыба у меня до хера. Подождите, где он? Вот он. Блин, нужно было ягоды оставить. Да и апельсины оставить. Так, готово. Редису закинем. Так, этот заполним до конца. Горное дело. Золото. Железом. Сколько денег я сейчас выкидываю?
50. Так, у меня уже 900 есть. Блин, ну ладно. Якорь. Алхимия у меня еще ни хера нету. Кулинария тоже. Охота. Готово. Так, еще 3 банки нужно создать. Давайте еще остров куплю за... За этим, да, у нас? За этим у нас находится. У нас здесь все ресурсов. Награду получил. Драгоценные камни. Так, продать. Юз. Продать. О, якорь еще один. А, ну так он, видите, 200 стоит. Что еще ты 200 стоишь? Стоил 1000. Так, ладненько. Ягоды еще нужны, да? Ягоды здесь можно купить с этой стороны. Да, что-то за врагов мне все равно не дают нихера. Либо за 960 я могу купить. Вот за 960. Вот там какие-то алтари. Сон. Редисон, редисон. Ладно, макуху пересоздам. Понял все. Не, в принципе, я могу просто макухи полоп. О, еще один якорь. Хотя я могу копать, может монеты будут выдавать. Пофиг его. Так, ферма, мостик. А, мне нужны банки. Хлопок, железо, я, ну, попродаю, чтобы деньги заработать. Скляк пропал, черт, плохо. Так, деревья мне здесь не всрались. Так, апельсинчик. Ага. А у меня ниток нету. Окей. Да, вот видите, все повыкидывал и все. Я могу камни, в принципе, все скинуть в продажу. Сколько камень стоит один? Единицу. 400 получил. Угля мне 700. Молодец. Так, бутыля. Максимум сколько можно. Ну, давайте сколько там. Все бутыли поставлю.
придет. Нифига себе. И что мне тогда делать? Опа. Здрасте. Растение, которое мне нужно. Здрасте. Так, сколько мне таких нужно? Мне нужна топаз еще. Стекло и топаз. Так, ладно, давайте я просто покопаю. Сейчас поедим. Так, хорошо, максимум. Бутылка воды мне нужна. Big Ariel and Creation. Даже Ariel Fantasy. Жук и кожа. Как мне кожу создать? Где кожа? Хотя я знаю, где кожу создавать. Только мне левелап нужен. Для этого. Ладно, давайте пошастаем, потом продолжим. Так, ладно, полетели в музей. Так, апельсинки закинем. Так, апельсинки закидываем. Ягодки. Готово. Так, редис. Рыбки пожарить. Так, камешки. Ага, все, этот у меня есть. Так, мне как раз хватает еще на остров. Ну, короче, да, здесь у меня ничего нету, хотя... Ту-ту-ту-ту. Поехали, я остров куплю. Да. Так, сейчас пускай создается нити. О, слизни получил. Да, вот это тупо то, что мне не дают нихера за убийство. Где деньги за убийство врагов? Стекло. Так, поехали, слизь продать. Говно продать. Цветы продать. Так, максимум. Максимум. Надо мой. 50 мне хватит. Пускай создается. Так, канализация. Прокачаем. Опа, там какая-то пустыня. Тихо, я хочу туда. Так, построить мостик. Thank you.
Фантик. Что за руда? Так, кажется, больше мне не нужно, да? А сколько стоит такая одна? 16. Вот эта херня странная. Так, рубиныч. Рубин. Так, еда, тихо. Еда, способности, навыки. Банковское дело, да, я говорил, буду прокачивать. Так, сделки. Связанные с монетой затрат уменьшается на 15%. Открывает рынки, торговля. Так, что у меня тут? Мне бы деньги где-то взять. Я не помню, с рубином я уже все сделал. Нет. Я не помню. Ну, посмотрим. Да, с рубином все сделал. Продать. Охота готова. Редис закину. Стой, а где у нас редиска была? Так, банка мне, получается, больше не нужна. Поехали. А ну, в принципе, а чё? У нас, можно сказать, серия заканчивается. Ну, я ещё немного похаяжу, побью вот это, пофармлю. И, в принципе... Хотя, нет, подожди, давайте я сейчас здесь очищу эту территорию. И посмотрим, что у меня по этому. По созданию предметов. Фабрика. А чё я фабрику не создам? А у меня... Какая-то королевская сталь? Это королевская сталь. Да, у меня королевская сталь. У меня же королевская сталь прокачана. Ну, и где? И где? Ага, найс. Хотя, слушайте, что это может быть? Я знаю, из-за чего. Мне нужно этот прокачать. Вот это. Хотя не. Фиг его. Может, жаровня? Открывает кожу. Фиг его, ладно. Знать. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.